Та-дам! Сегодня 17 мая. И снова на связи база Ветлан. Я уже сбился со счета, какой рабочий день. Но вчера отдыхали на самом деле, потому что была погода стрёмная, лил дождь. Сегодня у нас на улице плюс 5 и сильный ветер. И вообще не камильфо, но осталось мало времени до отъезда, поэтому мы решили сегодня ехать и работать. Я немножко подшаманил, нашли в машинке, и она теперь шпарит, будь здоров. Поэтому за час вот мой результат, что мне удалось очистить. Пока не ахти как, но тут самые такие неудобные места, это маленькие досочки, каждую из которых приходится по отдельности проходить неудобняк. Посмотрим, как будет на самом доме. Надеюсь, что будет попроще. Сейчас должна приехать Таня с Юрой. Я думаю, что они будут в доме тусить, потому что сегодня реально очень холодно. Так, сейчас времени где-то 5 час. Приехала Таня с Юрой часа 2-3 назад. Немножко распогодилась. У меня сейчас был перерыв на обед. Вот, Таня начала здесь красить беседку. Павел Николаевич нам привез краски, запасы, белый акрил для внешних работ. Беседка будет белой. Банановая кожура, коляска пустая, конечно, ребенка мы так не бросаем, мы нормальные. Вот. А я сейчас шкурю на уровне, подхожу к уровню второго этажа. Павел Николаевич говорит, что хотел баннер разместить между верхним окном и нижним, но мы его отговорим от этой затеи, чтобы здесь оставить красивое обработанное дерево. Не будем закрывать пространство, а инфозону сделаем у входа на базу в районе кафешки на въезде. Вот такие дела. Сейчас идет второй ярус, у меня вот примерно будет посередине между двух окон. Так, времени не знаю сколько, около 7, наверное. Я закончил шкурить фронтальную стену. Сейчас мы Юру отправляем в город, переключаемся на краскопульт. Сейчас я быстро заделываю окна малярным скотчем и материалом укрывным, чтобы краска не попала. И мы начинаем яростно, неистово красить эту стену. Это можно выкинуть туда вот в рог? Можно. Вот за ней нет. Какашка, камень. Камень, камень. Будешь геологом. Что это, Юра? Что это? Известняк. Известняк. Пойдем. Какой опять известняк? Опять известняк. Что ж такое? Один известняк тут. Никакого интереса. Ты геолог, поисковик, съемщик. Камешков набрал маленький. Аккуратный геолог, он даже похож на археолога скорее. Да. Черепки. Черепки. Тут лучше диаметр. Во. Давай, пытайся. О, висеть, висеть. Не хватаешься. А вот кольца, смотри. Хватайся за кольца, оп. Хватайся за кольца. О. Давай здесь. Так, еще раз. Оба садимся. Садимся. Хватаемся ручками. Держись. О. Поехали. Держись, держись. Держись. О. Ты
Напился. Созрел. Все. Все. Ладно. Иди сам, садись. Хватайся, иди сюда. Держись сам. Не, не, сам. Подойди. Хватайся. Во, держись сам. Держись. Вторую ручку. Во. Держись, держись. Это лесенка такая. Так, тот же день, времени 10 часов вечера. У нас заканчивается ремонтная работа на сегодня. Только на сегодня. Да. Все? Все? Все, едем домой к сыну. Это результат наших трудов беседки. Внешне практически полностью окрашено, за исключением вот этого места, где кусты. Завтра мы все выпилим и по всей базе выпилим все, короче, мусорные кустарники. Мы вот тут уже внутри, пока по верхнее бревно. Бибика за нами приехала, ключи сдали. Довольны, уезжаем к сыну. Поссали бы хотя бы на костер-то, чуваки. Ну чё, кто так делает-то? Погода на Вишере сегодня вот такая. То солнце, то дождь, то снег. Сегодня 18 мая. Работы на базе, тем не менее, идут полным ходом. Сегодня я уже здесь почистил бензопилой вот этот уголок от всяких мелких деревьев, кустарников, вот там все сбросил. Докрасил периметр беседки по низу. Сейчас буду красить стоечки и бревна выводить наверх. К 6 часам приедет Таня, привезет пилу. Поэтому я дочищу весь участок, постараюсь. По крайней мере, с этой стороны. И будем красить вторую часть дома, лицевую сторону и вторую боковушку. База Ветлан. Времени без 15:04. Полчаса было солнечно. Сейчас пошел снег. Только что мы находились вот в той вот солнечной полосе. И сейчас севера несет просто какое-то белое молоко. И, к слову сказать, со снегом я закончил покраску беседки. Выглядит теперь она вот таким вот образом. А, да, еще остались внутренние стороны распорочек покрасить, и все. Это первый почти законченный объект. Мы тут шайбой сидим, отогреваемся, потому что опять пошел снег. И совместили это дело с обеда-ужином, состоящим из двух бананов. Шайба и вовсе сидит голодом. Такие дела в доме не жарко, потому что котел, который отапливает все помещения, все здания на базе, уже заглушен налито. Мы же местные избалованы жарой 35-градусной. В течение 4 дней погода усыпляла нашу бдительность, и теперь уже второй день идет снег практически каждые полчаса. А в доме, кроме как отопления, скажем так, центрального, на втором этаже, по крайней мере, никаких обогревателей не имеется. Вот и приходится немножко подмерзать.
Так, времени 22:47. Мы только закончили. Мотались, замерзли, голодные. Суп из термоса. Очень Видим. Перечный. Суп из термоса с пролитым перцем. Да, нямка. До такой степени, что и кается. Вот, в общем-то, и все новости на этот час. Спасибо за ужин. Людмиле Юрьевне.